Зеленые черепахи здесь, на Борнео, регулярно захаживают на определенный участок кораллов. Эта маленькая самка встала рано и оказалась на шаг впереди своих. Черепахи проплывают огромные расстояния вдоль рифа, чтобы попасть сюда. А вот и их цель – Черепашья скала. Поколение приплывающих черепах вытоптали впадину на ее вершине. Здесь живут морские собачки и рыбы-хирурги. Они чистят прибывших черепах, удаляя водоросли, паразитов и омертвевшие ткани, которые могут найти. А вот и другие клиенты уже на подходе. Образуется очередь. Большие самцы пробиваются вперед. И оттесняют маленькую самочку. Она быстро делает круг пока остальные пререкаются. И затем пробирается обратно. Таким образом, чистильщики получают питательную пищу, а их клиенты освобождаются от паразитов и от всего лишнего. И сейчас считается, что место блаженства на очистительной станции может даже снимать стресс.